Так выглядит унифицированный чемодан следователя-криминалиста. Он оснащен техническими средствами для фиксации обстановки места происшествия и служит для выявления и изъятия улик. Такой чемодан можно смело назвать палочкой-выручалочкой каждого криминалиста. Вот это у нас идет базовая комплектация криминалистического чемодана. Мы в нем тут дополняем только химические реагенты. Добираем, докупаем. Ну, все в основном в рамках госзакупок производится. Вот. С таким чемоданом и в тайгу, и на лошади, или еще где-нибудь там идешь, плетешься. Но в связи с этим мы бывает, мы их разукомплектовываем для удобства, если куда-то далеко ехать, в горную местность, мы их разукомплектовываем и складываем это все в рюкзаки. Специально у нас есть рюкзаки. Деятельность подразделения направлена на своевременное и качественное расследование преступлений. Сами же следователи-криминалисты говорят, что работа у них хоть и сложная, но интересная. Отдел криминалистики состоит из 7 сотрудников. В следственных отделах по городу Кызыл, также Саянском, Дзунхемчикском, Барунхемчикском, межрайонных следственных отделах работает по одному следователю-криминалисту. Карен Аюн в отделе криминалистики служит более 3 лет. Как он признается, их работа не бывает рутинной. Скучать просто некогда. Жизнь каждый день подбрасывает новые загадки в виде различных происшествий, где требуется и выехать на место, и хорошо подумать, и не упустить ни одной мелкой детали, которая может вывести преступника на чистую воду. Эта работа очень интересная, поскольку она очень занимательна. Мы непосредственно занимаемся изучением и старых уголовных дел. Вот на практике у меня вот было дело 94-го года тоже, то есть мы подняли это дело, в настоящее время расследование по этому делу завершено, убийство, то есть оно сейчас в настоящее время раскрыто. То есть, в принципе, это работа, то есть деятельность, она очень творческая, интересная. В этой службе не должно быть бывших и нынешних сотрудников. Ветераны криминалистики – это те люди, которые в свое время десятки и более раз ловили преступников без современных технологий, что сегодня представить сложно, говорит Карен Аюн. Хотел бы поздравить наших ветеранов, следователей-криминалистов, это Артур Мадрич Мангал, Александр Анатольевич Воробьев, Константин Двинович Тюлюш, Евгений Сергеевич Штейнович Церен. Искренне желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Стоит отметить, что сегодня у следователей-криминалистов профессиональный праздник. В честь даты в Следственном управлении Тувы лучших сотрудников отметили ведомственными грамотами. Служу Российской Федерации. Наградить почетной грамотой майора юстиции Аюна Карена Куколовича, следователя криминалистики. Служу Российской Федерации. Общественный совет при МВД по Республике Тыва и Управление Министерства внутренних дел России по городу Кызылу посетили спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Цель визита – проверка условий содержания административно задержанных граждан и соблюдение их прав, а также осуществление общественного контроля за работой полиции. На момент посещения в учреждении находились 20 человек, подвергнутых административному аресту. Это злостные неплательщики штрафов и алиментов, нарушители общественного правопорядка, водители, нарушившие правила дорожного движения Российской Федерации, большая часть из которых сели за руль в нетрезвом виде.